Глава республики Олег Николаев выразил слова соболезнования президенту Татарстана Рустаму Миниханову в связи с сегодняшней трагедией в одной из казанских школ. Невозможно оставаться равнодушным и безучастным к такому событию. Искренние соболезнования родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, отметил он на своей странице в Инстаграме. В связи с инцидентом в Казани глава Чувашии поручил дополнительно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности во всех общеобразовательных учреждениях республики. Напомним, сегодня, 11 мая, в Казанской гимназии номер 175 произошла стрельба. Есть погибшие. По решению президента Татарстана Рустама Миниханова, 12 мая в республике объявлено днем траура.